Добрый день, мы приветствуем участников тестирования американских мезопрепаратов, презентация которых и презентация методики микронидлинга пройдет в конце ноября в Москве. Пожалуйста, представьтесь и скажите ваш отзыв о проведенном курсе микронидлинга, какую задачу решали и какие процедуры проводили сначала. Добрый день, меня зовут Буянова Елена Юрьевна, я врач-дерматокосметолог клиники Delight Lancet и главный врач Центра эстетической восстановительной медицины Айлана Клиник. Угу. Это моя пациентка Ирина, с которой мы работали, начали проводить процедуры методика мезонидлинга 3 недели назад, провели 3 процедуры, работали с проблемой пигментации. И вот с Ириной встречаемся после 3 проведенных процедур, и если говорить о впечатлении данной процедуры, то в целом очень комфортная относительно, да, вот мезостандартных процедур, удобная, вполне как для врача, так и для пациента. Переносится хорошо. Что касается эффективности, то видим незначительно, я со своей стороны, да, как врач, еще хочу сказать, что я вижу эффект, но он пока слабо выраженный, возможно, это зависит от того, что мы провели только 3 процедуры, требуется при стойкой пигментации, а в данном случае у нас пигментация уже несколько лет есть, в данном случае я считаю, что необходима более длительная работа с данной кожей, и, возможно, в дальнейшем мы сможем увидеть более выраженный эффект. Пару вопросов. А последняя процедура из 3 была когда у вас? Последняя процедура была неделю назад. Неделю назад. И работали каким роллером? Мы работали роллером с длиной иглы 1,5. Ирина, что с эффектами, что с результатами? Ожидания, конечно, немножечко не оправдались. Хотелось бы такого более выраженного эффекта. Но, с другой стороны, это такая бескровавая процедура, может быть, поэтому и результат не настолько ярко выражен. Угу. Проблемы вот были, вот эти пятнышки, пигментация. И, на мой взгляд, она не стала менее выражена. То есть я не вижу. Вы не видите. А что-нибудь раньше делали по поводу этой задачи? Да. Вот что делали? С моим врачом Ириной Юрьевной фотоомоложение мы делали. То есть там результат, конечно, был. После первой процедуры уже было видно. И кожа была очень такая упругая. Когда делали фотоомоложение? Это был год назад. Год назад. После этого что-нибудь делали по этой задаче? Нет. Тогда был результат сразу, да? Может быть, тогда ожидания по поводу микронидлинга, может, тоже были связаны вот с эффектом фотоомоложения. Как бы тогда увидели сразу после первой процедуры, сейчас менее заметно. Я не думаю, потому что я сознательно уже представляла, что это не такая активная процедура, не такая болезненная. То есть, ну как бы 3 прошло, уже хотелось бы что-то увидеть. А Елена Юрьевна, вот пациент, вот Ирина не видит эффекта. Вы говорите, что есть незначительный эффект. Ну, у нас не первый отзыв, да, когда врач видит эффект, более, скажем так, может быть, глаз наметанный. А с чем связываете, что эффект незначительный, даже с вашей точки зрения, и пациент не видит эффекта? Ну, в данном случае, я думаю, что пигментация выражена достаточно сильная и глубокое залегание пигмента. Поэтому поверхностное воздействие быстрого результата нам пока не дает. Вот, в сравнении с предыдущей процедурой, которую мы в том году делали, процедурой фотоомоложения, конечно, фотоомоложение – это более агрессивная процедура, после которой и пациент видит какие-то изменения, и как негативные какие-то ощущения, более ярко выраженные, так и эффективность тоже быстрее заметна. Но здесь
возможно, требуется более длительное лечение, чтобы мы заметили какой-то результат, может быть, более глубокое воздействие на пигмент. Ну вот вы когда решаете задачу пигментации у клиентов, ну, пациентов классической мезотерапии, сколько обычно длится курс? В среднем это 8-10 процедур. В среднем 8-10 процедур. Поэтому здесь я была несколько удивлена, когда нам предложили ограниченное количество процедур для начала, да, ну, дальнейшем, возможно. Ну, мы ограничены, да, действительно, рамками вот именно проведения презентации. Мы успели сделать 3 процедуры. Может быть, тот незначительный эффект, который вы заметили, будет развиваться дальше. Я хотел бы вам предложить продолжить курс до классического варианта, 8 процедур, то есть также раз в неделю. И уже посмотреть то, что вы заметили, незначительный эффект, сдвиг, он будет развиваться, продолжаться, или это некая случайность, и как бы процедура в данном случае неэффективна. Приглашаем вас на презентацию, которая состоится 22 ноября в Marriott Grand Hotel, чтобы вы могли поделиться результатами и про своим практическим опытом использования микронидлинга с коллегами. Вот, и спасибо вам за отзыв. Увидимся. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.